понедельник внучатый племянник первой леди Франции Брижит Макрон подвергся нападению со стороны участников демонстрации против политики президента Макрона. Мужчина 30 лет, владелец шоколадного магазина, был жестоко избит, его пришлось госпитализировать. Находясь на саммите Совета Европы в Исландии, Эммануэль Макрон осудил трусость, глупость и жестокость нападения. En démocratie, quelle qu'elle soit, en particulier dans la nôtre, c'est la justice qui aura évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces actions comme absolument inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. 8 человек были арестованы за агрессию, которую осудили все французские политики. Инцидент произошел в атмосфере социальных волнений во Франции после форсированного принятия пенсионной реформы. Практически каждое выступление Макрона сопровождается криками протеста и несогласия.